Доброе утро, друзья! Сегодня 17 апреля 2017 года, и я приветствую вас из Варшавы. Вчера вечером гуляли по Варшаве, много сняли различных фотографий, видео. А сейчас вот утренний репортаж. Это вот президентский дворец варшавский. И сейчас вот я нахожусь в центре старого города Варшавы. Поражает огромное количество площадей. Очень просторно и одновременно уютно. Варшава очень удивила, даже мы не ожидали, что здесь так классно. Все очень понравилось, улицы чистые, красивые здания. И вот сейчас буду гулять вот по этому проспекту. С вами была самостоятельная путешественник Иванова Лариса. До новых встреч, следите за нами в Фейсбуке, в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках. Пока-пока.